Здравствуй, Туапсе, меня зовут МС Шмель, а вот уже как 9 лет живу я в Туапсинском районе и все эти годы стараюсь продвигать здесь рэп-культуру. Первое время было очень тяжело, потому что людей, увлекающихся рэпом, было не столько много, как сейчас, но времена меняются, и все пространство вокруг нас подвержено метаморфозам. Буквально несколько месяцев назад я познакомился с очень талантливой командой, известной сейчас под названием «Баладрин». Сегодня они находятся в нашей студии, будем знакомиться, ну и сразу несколько простых, очевидных вопросов. Ребят, почему «Баладрин»? Ну, вообще-то не совсем «Баладрин», а «Баладрин». Я Балад, да это Рин. Не путайте, пожалуйста. А ты открой глаза и на меня посмотри. Вот уже вдвоем мы снова от рассвета до зари. И каждым утром новым мы все те же. Все так же любим сильно, кто бы что ни говорил. А что вообще сподвигло писать, читать рэп и как давно? Ну, наверное, это у меня в крови. Долгое время очень во мне сидело. Проявилось примерно год назад. Год я этим занимаюсь. Слушал таких хип-хоп-монстров, как Cypress Hill, B.I.G., Snoop Dogg, из наших объединенная каста, Триада. Сейчас Типси Тип, Лук Дог. Я воспитан Марией Ивановной и Гуфом. И пользуясь случаем, могу сказать то, что АК-47 это хуйня. Получается, у вас Балад такой серьезный, ответственный тип, а Рин более отвязанный персонаж. Почему я тоже очень ответственный человек с большими планами на жизнь и творчество? Честное слово. Кстати, о планах. Расскажите, что у вас происходит в данный момент и что готовите на будущее? Ну, что в данный момент? Подписали контракт со студией Раджа. Сотрудничаем с интернет-магазином американской фирменной одежды blackfanatics.com. Можете пройти по ссылке, посмотреть, какие крутые вещи они продают. Мы теперь всегда на стиле в их продукции. Что еще? Готовим альбом. Первый совместный альбом. Да, минуса для этого альбома пишут два очень крутых битмейкера из Украины. Это Дэвид Стил и Пинчер. Респекты. Спасибо. Да, и как итог, студия Раджа снимет нам несколько клипов очень качественных на синглы из этого альбома. Как итог, то, что академиком не стал, по учебе я не занимал первые места. Рифма на листах, прямо в пору сочному биту. Как итог, я ей добит, не всегда за правоту. Как итог. Ну все, теперь мы станем с тобой богатыми и знаменитыми. Короче, вот ссылочка на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь. Туда мы будем заливать всю свежую информацию. Следите за новостями, то есть. Поддержите Туапсе стайл, всем рэп.